Что вы думали, это очередной видеоролик про электротранспорт? Нет, нахер он нужен? Шоссейный велоспорт. Вашему вниманию представляется Trinx Climber 2.0. Велосипед начального уровня подойдет для тех людей, которые только начинают кататься. Он имеет классическую геометрию, как у шоссейного туринга. Посмотрите, он полностью алюминиевый. Навесное оборудование Shimano Claris. Передний переключатель скоростей Shimano Claris. Имеет растолку 54-ю растолочку имеет. Переключатели скоростей точно так же Shimano Claris. Аэродинамичные, стильные обода, посмотрите. Этот велосипед новый и не имеет износа, поэтому если вы хотите купить себе велосипед, у которого будет частично все линии проводов внутри рамы, Trinx Climber, алюминий, блин, тяжело, не могу держать на ровной руке, но попробую. Рекомендую. А я поехал кататься.